Всем привет. Закончился нерестовый запрет. Сегодня 25 июня и выбрался на рыбалку. Выбрался не один. Мы по традиции с ребятами приезжаем на открытие сезона. Они все спят. Приехали вчера уже под вечер. Поздно было. Посидели у костра немножко, и в итоге я вот проснулся самый первый. Солнце только-только встало, и поставил 4 удочки на жмых. Жмых будет сегодня разный. Вкус пока не знаю какой. Местный производитель подогнал нам, как бы, на халяву протестить жмых. И вот поставил 4. Посмотрим, на какой будет лучше ловиться. Вообще 5 видов жмыха. 3 быстро растворимых, один какой-то там специальный с рыбьей мукой, что ли, и один долгоиграющий. Долгоиграющий я пока не ставил, поставил все быстрые. Ну, в районе часа, думаю, будет стоять. Посмотрим. В общем, в течение дня это все буду проверять, смотреть. Сейчас вот одна была поклевка на колокольчик. Вот последнюю удочку поставил, и буквально через минуту вот на эту уже клевало, но пока не видно, чтобы дергало сильно. Возможно, какая-то мелочь повисла. Комара, сами видите, вообще просто тьма. Мошки у нас уже нету. А, кстати, у нас второй паводок. Вода упала сильно, причем прям вот видите, растет этот рогоз. И получается так, что вода падала ниже рогоза. Сейчас там примерно по поясу глубины. Ниже рогоза падала. И потом решили опять воду прибавить. И вот она пришла. Вот почти вот, ну, еще до пика паводка, конечно, нету. Но, можно сказать, опять у нас поля все залило. И, может быть, даже вот этот малек, который оставался в лужах и который не успел свариться под жарой нашей астраханской, возможно, есть шанс выйти в большую речку. Малька, кстати, тоже полно вдоль берега ходит, особенно ночью. Вот я ходил, смотрел. В общем, жить будет. Ну, а всем приятного просмотра. Будем ждать первую рыбешку. Опа, первая поклевка, смотрите. Слабенькая. Леска, видите, как провисла? Провисает леска. Что-то сидит. Сачок может понадобиться. Вот он. Эх, нифига себе. Вот это карась. С язвой, смотрите. Карась какой с язвой. Мощный. Первый, короче, рыба за сегодня. Что-то вообще сегодня клев не очень. Но уже радует, начало положено. Что-то на дальнюю опять поклевывает. Какая-то мелочевка повисла. Так, ребята, первая поклевка сазана. Очуметь, смотрите. Ну, давай, давай. Сидит.
Бежал, сломя голову. Нет ничего. А, есть. Есть, есть, есть. Повел. Повел. Есть. Тут яр еще плохо. И леска в яр заходит. Все, вывел. Пошел, пошел, пошел. Красавчик. На меня идет. На меня идет. Есть. Наконец-то. Такой небольшой. Ну нормально, на уху поймали. Нет, нормальный, 40 сантиметров будет. Все, и сорвался. Ну, хоть увидел первого сазанчика, а то я думал, они здесь кончились. Ай, чуть не упал. Вот он, смотрите, какой первый. Фу, время обед, с утра вообще ни одной поклевки, можно сказать. Один карась попался, и все. И все, вот, сейчас пойдет на уху к нам. Так, все, ништяк. Что-то поклевывал сейчас на это. А, вот есть чуть-чуть. Карась, наверное, повис. Так. Ну, сачок на всякий случай возьмем. Это бывает. Поклевка слабая, сазан крупный сидит. Что-то идет. Небольшое. Сазанчик. Сазанчик небольшой. Остановись. Во. Ну, этого однозначно отпускаем. Пускай гуляет. Немного подсушиваю жмых, чтобы подольше стоял, а то он свежий и быстро размывается. Если подсушить, он минут на 20 дольше будет, а то может быть даже и на полчаса. Клев опять прекратился. В общем, выход сазана был где-то часа полтора. Трех или четырех я штук поймал. Одного взял и остальных всех отпустил. Меняю жмых буквально каждые полчаса. И вообще бесполезно. Простоял я уже, наверное, 2,5 часа и полная тишина. Комара, кстати, вообще полно. Мошки нету, а комара тьма. Обновил жмых буквально 5 минут назад. И вот сейчас что-то вот поклевывал на эту. Ну, даже сейчас, смотрите, что-то поклевывает. Карась, наверное, повис. Вот эти две удочки работают. А те две на яме стоят. Пока тишина. Ну что, леска чуть-чуть провисла. Не хочет, не хочет тащить. Может, сорвался. Что-то
Что-то не похоже, что что-то сидит. Или есть. Давайте посмотрим. То вдруг. Кто-то идет. Ну да, лопушок. Только сказал, что не клюет, и лопушок маленький. Красавчик. А, хорошо заглотил. Во какой. Ну, вот такого однозначно опять отпускаем. Давай, гуляй. Во, смотрите, смотрите, как тащит. Ждать не будем. Ах ты, две удочки задел. Это я зацепил вторую. Что-то идет, ребят. Что-то прям идет хорошо. А, маленький лопушок. Как предыдущий. Тоже отпустим. Побольше, чем те. Побольше предыдущих? Посмотрим. О, соседнюю, по-моему, тащишь. Да, да, давай. Тащи, тащи. О, смотри какой. Есть. Хорошо взялся. Вот, смотри какой, нифига себе красавчик. Да. Радостно. Я что-то не понял, мне показалось, он у него два крючка торчал во рту. Серега, мой? Ага. Ну, по-моему, один, да, один. Показалось, значит. Вот, да? Килограмм на 4. На лягушку, да. Вот, вот она, лягушка, да, сработала? Сразу, да? Сразу, причем, да. Класс. Время 6 часов вечера. Сижу, жду поклевки. Кстати, кто не знает, как спасаться от полчища комаров, когда не помогают средства, просто берете, кидаете в угли коровьи лепешки. И они потихоньку тлеют, и идет дым, и, соответственно, комары боятся запаха дыма и разбегаются. В общем, комара сегодня
днем весь день было просто тьма. В траву вообще нереально заходить. Вот в лес зайти, это вообще нереально. Вот у меня удочки как раз расположены возле травы под деревьями. Там вообще, пока насадишь жмых, тебя всего искусает. Причем кусает не там, где помажешься, а именно через одежду. Поэтому приходится только дымом спасаться. В общем, сидим. Вот этого сомика поймали, которого, ну, в районе 4 килограмм. Больше поклевок не было. Насадили сейчас опять лягушку. Предыдущий вот тоже на лягушку попался. На ракушку тоже клюет, но вот такой прям маленький. Вообще отпускаем его сразу. Ну и сазан тоже, видите, тоже. С утра вообще не было. И вот только в обед часа полтора, наверное, был выход. Были поклевки. 3-4 сазанчика я взял. Ну, сами видели. Одного вот мы на уху, остальных я просто отпустил. Ну, будем надеяться, что хоть какой-то крупный да залетит. Будем ждать. Один, кстати, видите, сошел. Поэтому будем ждать. Смотрите, как малек. Тут, кстати, хищника очень полно. Прям вдоль берега только так малька долбит. Так, под вечер что-то заклевало. Комара столько. Попробуем вытащить. Небольшой сазанчик идет опять. Да. Хотя такой, не знаю, более-менее еще. Во какой. Так, ну что, его тоже отпускаем. В нем даже 40 не будет. Пускай гуляет. Начался новый день, время 15 минут шестого. Ночью удочки простояли впустую, не было ни одной поклевки. Сейчас обновил везде жмых. Будем ждать утреннего клева. Солнце только-только встало. На речке полная тишина, ветра нету. Даже всплесков рыбы нету. Вчера что-то как-то речка даже бурлила в это время. Так странно. Будет ли клев сегодня, не знаю. Посмотрим. Внутрянки мы еще постоим, порыбачим. И будем собираться ближе к обеду. Поклевка сейчас была. Да, что-то сидит. Слегка подергивает. Но я пока бежал, сторожок нагинался. Что, потащим? Да, идет что-то. Что-то идет. О! Такой небольшой. Во какой.
за нижнюю губу. Сегодня всех сазанов отпускаем. Да, какой-то сомик попался. Я хочу сказать, не маленький сомик. Что-то вроде как сопротивляется. Пипец, неудобно правой рукой крутить. О, какой. По-моему, маленький, да? Отпускаем. Так, что-то тут клевало на ракушку. О, смотрите, как леска стоит. Что-то сидит, наверное, небольшое. Ага. Что-то даже, может быть, хорошенький сомик. Зацепил жмыховую. Чё, сомик утащил и это, и мою жмыховую тоже зацепил. Да вот сюда подъехайте. Жмыховую зацепил и там что-то сидит. Так, ты что, вылезти хочешь? Да, я вылезаю, начал. А, давай. Сейчас. Сейчас быстренько вытащим. Что-то хорошо сопротивлялось. За увалок завел, наверное, обе удочки. Ага, что-то сопротивляется. Сачка нету. Да, сомик сидит. Небольшой. Коль, держи-ка спиннинг. Взял? Только чуть-чуть мне дай плетенку. Малявка.
И хорошо зацепил. Че, отпускаем его, да? Так. Так. Так, подожди-ка, клади. А, ты слазь. Это, а давай завезем же мы их. Есть. Так, давай, давай. Смотри, как далеко. Это что, я вот так забрасывал? Кидаю. Все, погнали. Какой-то карасик клевал. Посмотрим. О, что-то сидит, по-моему, да. Сачок, наверное, не буду, так вытащу. О! За верхнюю губу, красавчик. Ну вот этот уже более-менее. Все, народ, рыбалка закончена. Удочки все собрал. Время 9 часов утра. Поклевок нету. С утра два, по-моему, сазанчика поймалось, маленьких, и все. По рыбалке что скажу? Очень плохо. Вчера до обеда вообще поклевок не было. В обед был выход сазана самом, прям одновременно. Часа полтора клевало и затишка до вечера. И часов в 5, наверное, опять был выход где-то на час. И все, и тишина. Ночью тишина, и сегодня днем тоже, можно сказать, тишина. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с уровнем воды, может быть, с погодой. Давление. Ветер вот только сегодня обещает. Вчера ветра вообще не было. И сегодня, кстати, комара меньше намного. Не знаю тоже почему. Вчера прям тьма была и днем, и ночью, и вообще. В общем, по рыбе что, поймали сомика на 3,5 килограмма. Три сомика было. Один на 3,5 и два где-то по двушку. Остальных всех отпускали. Сазанчика я тоже отпускал, одного всего лишь взял. И в принципе все. А, два карася еще попалось. Вот такая рыбалка. Ну, зато отдохнули, на природе посидели. Надеюсь, видео было интересным. Всем пока.